вот артерия города. Речушка такая. Уже веками стоит все это дело. Такие вот типичные улочки. Средневековые, узенькие. Колоритное местечко такое. Вот так вот строили. Здесь тоже шумит река. Так вот живешь, а у тебя под окном речка шумит. Да, здесь чувствуется настоящая средневековая Германия. Смотрю, уже много современных домов. Скорее всего, отреставрировали, на фундаменте стран поставили. Ну, теперь машинки паркуются, пожалуйста. Магазинчик маленький. Колоритное место такое. Нынче не такое не увидишь. А.
Здесь, когда жарко летом, наверное, очень приятно гулять. Водичка, свежо. Старые церкви. Вот так вот стоит, ничего не ломается веками. Фундамент треснул немножко. Он как строили раньше. Бог знает, где окошко стоит. Все уходило под жилье. Сигаретные автоматы. Продаются только по паспортам. Смотрим, цена 7 евро за Marlboro. 23 штуки. Эйнштейн. Старенькое здание такое. Это мы выходим на центральную аллею. Широкая такая центральная аллея у нас. А здесь у нас монументальная такая вот построечка. Собор.